Весь год КВНщики соревновались за звание лучших в каждой лиге. В декабре, как правило, сезон заканчивается. В столице Чувашии год завершился зимним кубком лиги особого статуса Международного союза КВН «Подъем». Юлия Важенина подробнее. С полицией не шутят. Мы привыкли считать, что они с юмором на «вы». Хотя на играх самой сильной и мужественной лиги КВН ее участники доказывают обратное. Вы еще гадаете, умеют ли шутить люди серьезной профессии? Давайте разбираться. Шутить умеете? Конечно. Ну-ка. Периодически. Колобок повесился. Устал, ноги отрубили. Люди думают, что мы все злые, какие-то строгие. Нет, не так это. Все мы добрые и хотим вот показать это всем на сцене. Большое будущее! Вперед! И сказать чувака прямо в сердце. Особая лига КВН «Подъем» появилась более 10 лет назад. Ее игры проходят в самых разных городах России, в основном в тех, где хорошо развито это движение. В Чебоксарах зимний кубок разыгрывается вот уже второй год подряд, хотя своих КВНчиков в погонах в Чувашии пока нет. Полицейские – это такая профессия, которая очень приближена к народу. Их юмор интересен, он актуален очень. Все, что связано с полицией, всегда вызывает резонанс. Неважно, плохой это или хороший. Вот. Мы пытаемся вызывать хороший резонанс. Лица полиции, 30 грамм юмора, смягчающие обстоятельства. Их разыскивает милиция. Новые кадры. 9 команд из разных городов соревновались за звание чемпионов и главный трофей игры – большой зимний кубок Лиги «Подъем». А теперь представьте, очень хороший детектив в парке. Я все узнал. Ваша жена вам изменяет. Что, моя жена изменяет? Да. Стойте, но я же не просил вас следить за ней. Я работаю на опережение. Кто, с кем она изменяет? Покажите мне его. Ну вот, смотрите фотографию. Ух ты какой. Да, классно, я даже лайкнул. Кстати, в этом году не обошлось без сюрпризов. Организаторы лиги подготовили подарок всем ценителям КВН. Танцевальное шоу от артиста цирка «Дю Солей» Марио Форелли. Кстати, вместе с ним на сцену вышли и наши танцоры. Это такой микс, это микс хип-хопа, стомпа, много всего, такая мощная драйвовая музыка, такая в стиле сенсейшн. Итог игры «Малый зимний кубок» достался команде «Смягчающие обстоятельства» из Нижнего Новгорода. Большой зимний кубок увезла сборная ФСИ в Иркутск. Самый главный большой кубок забрали полицейские города Омск, команда Алексей Сергеевич. А КВНщики из «Большого будущего» стали победителями в номинации «Лучшая шутка года». Юлия Важенина, Сергей Адушкин, «Республика».